Аэрофлот Красноярска готовится открыть навигацию. 29 апреля теплоходы «Иван Назаров» и «Заряд 343» начнут ходить по маршруту «Торговый центр Усть-Мана». 1 июня на скоростную линию «Енисейск-Бор» выйдут суда «Михаил Гаденко», «Красноярск» и «Енисейск». Для пассажиров уже закуплены маски, перчатки, антисептики. Если на борту окажется больной, его изолируют в специальной каюте. 10 июня в Дудинку отправятся теплоходы Александр Матросов и Валерий Чкалов, которые в этом году совершат 40 рейсов на север. Цена билетов до конечной остановки от 11 до 24 тысяч рублей. Ну а сегодня министр транспорта края Константин Димитров проконтролировал ремонт этих теплоходов. Возить пассажиров им осталось всего 3 навигации. В 2024-м их заменят 2 новых современных судна. Это Виктор Астафьев и Андрей Дубенский, которые должны стать популярными среди туристов. Конечно же, это будет такой бюджетный аналог сегодняшнему Максиму Горькому. Естественно, конечно, не будет такой туристической программы, как там, но комфортное проживание и пребывание на самом корабле будет на высоте.